Всем привет! Сегодня у нас одна посылка на распаковке, но очень интересная. И она будет интересна большой группе мужчин, так как это посылка для рыбаков, водителей. И это поляризационные очки. Так, видите, идут в кейсе. Так, здесь какая-то штучка, не знаю, возможно, это карточка для проверки. Шнурок вот такой, чтобы вешать на шею, чтобы не упали. Так, ну, кейс плотный. Так, там внутри еще тоже что-то. В общем, это брендовые очки. И есть три различных вида. Ну, отличаются дужкой, там, дизайном. В общем, три вида. Представлены на сайте размеры. Вот это все фотографии. И есть картинки. Там можно посмотреть, для чего они. Значит, когда солнце светит, изображение человек видит немного мутным. С помощью этих очков оно становится более четким. И также исчезают блики от фар, от дороги, от воды. Ну, в общем, в очках более четкое изображение. Вот так. Это линзы вот такие, много состоящие из многих слоев. Так, ну сейчас я их примерю. Довольно они темные. Будет хорошо защищать от солнца. Удобно сидят, очень хорошо, плотно. Так, ну вот да, это карточка для проверки. Вот сейчас вы видите на камеру рыбак просто. А я в очках вижу, что он тянет рыбу. Попробую сейчас поставить через монитор. Вот, кстати, видно вам. Вот, видите, он вытягивает рыбу. Вот так рыбы нет. А так есть. То есть через камеру даже работает. Вот так. Ну, то есть реально поляризация работает. Вот они очень плотно сидят на голове, как я уже говорил. Можно использовать для всех видов активной деятельности. Все, ссылка, как обычно, будет под видео в описании. Стоят они где-то, по-моему, $6,5. В принципе, как для поляризационных очков, недорого. Можно заказывать, качество хорошее. Вот такой был обзор у нас сегодня. Спасибо всем за внимание. Пока-пока.